многих лет известный российский художник Дмитрий Лукин радует людей своими портретами. Его работы можно встретить как в частных коллекциях Европы, так и на просторах необъятной России. Большой популярностью портреты мастера пользуются у представителей шоу-бизнеса. Образы какие необыкновенные. Вы что, ему заплатили? Чувство какое. Вы просто потрясающе. Я вам подарю портрет. Я уверен, ты специально говоришь, чтобы тебе Лукин написал портрет. Кристина Арбакайте, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Александр Розенбаум, Авраам Руссо, Николай Расторгуев. И это далеко не полный список тех известных людей, чьи лица были принесены на холст Дмитрием Лукиным.